Сегодня у нас меню, так сказать, музей динозавров. У меня выходной, погода у нас, как видите, пасмурная. Вот, и я решила, нужно сходить в музей динозавров. А, находится он на Thanksgiving Point, парк Thanksgiving Point. И вот это вот музей доисторической жизни, так сказать. Вот, и, кстати говоря, основное количество этих ископаемых здесь, они из Юты как раз таки. Здесь очень много находят, постоянно находят здесь ископаемые динозавров и всякой такой твари. Вот. То есть здесь очень много всего и, в общем-то, неплохой музей. Ну все, пошли внутрь. Ну, конечно, туда много детей, с детьми приходят. Такое здание большое. На нем прям динозаврик. Рекс, по-моему. Что ли? Большая стоянка вокруг здесь. Много места, где остановиться. Вон он, музей. Ancient, это доисторической древней жизни. Пошли внутрь. Вот он. Вход сразу. Всякие здесь у них фойе, билеты продают, у них магазинчик с этими сувенирчиками. Сейчас нам поставят печать на руку, то что это вход, и можно с этой печати будет вперед-назад ходить. Там небольшой тоже кафешка у них. Вот так вот. Это они так копают. Добывают ископаемые. Вот здесь первая комната. Про все тут они рассказывают, что такое ископаемые. И что такая информационная информация здесь о динозаврах немножко. В каких годах были они обнаружены, которые здесь вот в музее есть. Вот. Пакетики. Там дальше сейчас пойдем, это вот уже где начинается сам вход в музей с динозаврами. Темно. Вот эта комната такая интересная, сюда заходишь, как будто бы здесь реально небо звездное, у меня эта голова начинает кружиться. Здесь ничего больше не видно. Звездочки, звездочки, там проходишь дальше. Do you want to come like this one? First? This one is kind of fun, just don't trip. Скажи, что такие звуки? Звездное небо. Так темно, вообще ничего не видно. Такие декорации, декорации. Пошло, вот они начинают с этих. По этим эрам разбиты. Доисторическим эрам. И какие были эти растения и животные. Ну не животные, еще тогда существа. Вот. И тут основная масса, это именно вот Северной Америки. Доисторической жизни, так сказать. Вот. Интересные такие эти экспонаты. Вон они, моллюски всякие разные, страшные на потолке. Вон какая рыбина висит. Такие жуткие. А вон они, эти уже заделанные в камень. Страшилки. Противные такие. Куда деваться? Еще здесь есть мелочь всякая, ракушки тоже, все, основная масса здесь была найдена. Ну естественно, рассказывайте, чего к чему.
какие, зачем, какие рыбы были раньше. Тоже объясняют они все, когда, чего, я вообще не люблю читать. Я так схожу, смотрю, вон они всякие рыбины висят. Интересно. Вон какая здоровенная акула. Еще тут страхолюбные всякие эти рыбы. Это улыбается рыбина. Макет, наверное, как типа в полную величину, что ли. Сделано тут что? Тут джунгли исторические. Пучок. Идем дальше. Такой неплохой музей, достаточно большой тоже. Здесь много экспонатов. Тут что у нас объясняется по поводу всего этого образования? В плане, как все это образовалось. Фильмы показывают по ходу дела, слайды. Объясняют, чего к чему. Тут тоже кино показывают периодически, коротенькое такое. Объясняют. Тоже сколько различных этих камень запакованных листочков ископаемых. Интересно. Так, тут пошли уже эти экспонаты. Вон она, рыбина какая страшная. Замунифицировалась. Ракушки какие классные. Вот это раковина. Огромная у меня рука. Раковина здоровенная. Тут еще одна рыбина. Вон они, рептилии, исторические. Типа крокодилов. Димитродон. Дисинодонат какой-то. Исторические крокодилы. Вот они, наверное, бегали еще быстрее с такими длинными лапами. Что у нас? Похож на крокодильчика. Красиво сделано. Там еще. Ой, чуть не упала, здесь лавочка стояла. Чуть через нее не было. Через эту лавочку. Что у нас? Океанская растительность. Все это так сделано, как будто бы живое. На самом деле все это, естественно, пластик. Воды там нет никакой. Идем дальше. Комната, где со спецэффектами. Там сделали эти чучела стоят, так сказать, макеты динозавров. Там свисает. Ну, этот миллионов лет назад вот эти вот жили динозаврики. Кости которого здесь лежат, так сказать. А вон этот, который длинный, самый огромный. Огромный-огромный. И этот Рекс, по-моему, здесь тоже есть. Супер Расмус. Нет, супер Саурус. 144 миллиона лет назад. Был найден впервые в 72 году. Так вот. Какая огромная штука.
класса идти. Огромная шея, с ума сойти. Да, еще здесь помельче. Ну, там мелкие эти летающие. Вот этот вот страшный. Жуткий. Вот это когти. Да. Такой одной когтей зацепит. И все. И как хихана, как говорится. Это реальный с копами. Я только не пойму, это вот действительно или это макет сделанный. Но это вот понятно, ископаемое. Это одна часть. Косточка одна. А вот это вот я что-то не поняла. Не прочитала, не дочитала. Это реально ископаемое или это просто макет? А, ну вот это вот кость, это настоящая кость. А это вот все-таки это макет. Ну да, это макет, потому что вон он сделан. На металлическую рельсу, так сказать, посаженный. Так, идем дальше. Вот еще один такой же громадина. Еще одна. Тоже спил. Интересно. Еще одна настоящая кость. Ясненько. Идем дальше. Что тут у нас еще есть? Там много есть еще всяких экспозиций для детей. С играми с разными. Нужно угадать, какой сустав, как называется. В общем, тут для детей много чем есть заняться, конечно. Ну, в общем-то, это для детей музей сделан, по большому счету. Так, вот такая громадина. Здесь вот Рекс, динозавр. Парочка их здесь таких. Здоровенных стоит. Хвостище. Вон он там кого-то подмял под себя. Наступил. А, это он за добычу дерется, понятно. Так, а тут у нас что? А, тут вон какой лежит хорошенький. С ними со всеми люди фотографируются в обнимку. Там еще один. Махина такая. Вот что у нас? Мелочевка всякая. Так, это у нас вот этот с Рексом. Он доисторические обезьянки. Не сильно изменились. Интересные такие декорации у них здесь. Это вот, я так понимаю, все местные динозавры. Ютовские, так сказать. Их здесь вообще очень часто находят, я уже говорила, очень много. Здесь когда-то была вся практически Юта, было это одно большое море, потом оно пересохло, осталось соленое озеро. Вот. А в общем-то вся эта территория, здесь очень много было динозавров различных. Вот. Но она какая лапка. С ума сойти можно. Такое дело. Идем в следующий зал. Там у них такая акула здоровенная есть. Вот здесь вот водный мир. Вон она. Огромная черепаха. Ай, страшная. Это черепаха. Вообще, в мой рост. Я сейчас покажу. Да больше меня, наверное, какой-то мой рост. Вот я, а вот она. Сейчас я подойду. Огромная просто.
одна голова только. Ужас. Какая штукенция. Да, он еще сзади меня есть. На потолке. Сейчас покажу. Там еще одна. Там еще один. Жуть. Надо сделать фотографию с собой. Вот еще одна рыбина здесь. Вот такой поймать. На тебя это живьем заглотит такая рыбина. Вот это зубище. Вот это зубы. Страх вообще. Жуть. Жутики. Там еще один динозаврик. Страшно. Там вот они кино показывают. О динозаврах и ископаемых. Тут все про это. Тут уже, видимо, вот попозже. Вера. Эпоха. Одиннадцать тысяч лет назад. Пусть уже вот появились вот эти саблезубые тигры. Саблезубые тигры, и все помельчало немножко, помельче стало. Че, хвостик какой маленький? Это малюсенький хвостик. Птичка. Птичка. Интересно. Идем дальше. Да, вот они это разделили по периодам, так сказать. Периодам. Рыбки живые. Маленький аквариум. Вот здесь вот. Гвоздь программы. Сейчас я подойду. Вот это чудо природы. Сказано, не залазьте на экспонат. Написано. Сколько здесь зубов? Рядов зубов. Чуть-чуть они. 4 ряда. Вот это зубки. Жуть вообще, жуть. Неужели они такие огромные были? Это же кошмар. Да. Вот еще одна здесь красавица висит. Да, надо фотографию сделать обязательно. Сейчас сфотографируюсь. А вот это вот экспонат мамонтенка, который у нас нашли в 1990 году в Сибири. Вот, которого нечаянно нашли. Он оттаял. Вот. Вот он, этот экспонат. Этот экспонат нашли. Ну, не экспонат, этот специмен. Что по-русски это называется-то? Ну, назовем его экспонатом. Нашли в России. Команда палеонтологов на Таймыре. В Северной Сибири в конце 90-х. Так как сезоны, когда можно работать, там были очень короткие, всего 2 недели. В общем, у них ушло на все на это 3 года, чтобы собрать вот этот экспонат. Представляете, как долго откапывают их? Ужас. Какая работа. Основываясь на размере зубов и скелета, можно сказать, что этому мамонтенку было около 1 года, когда он умер. Несмотря на то, что было найдено около несколько молодых мамонтенков, вообще, в принципе, вот этот мамонтенок самый маленький из тех всех, что нашли. И его маленькие эти, вон они, зубы, как они. Не зубы, а как у слонов-то они зацбивные, только начали расти вон они.
Вот такой он был, вот такой он стал. Вот так вот. Вон здоровенное яйцо. Все это со звуковыми эффектами здесь. Тут они показывают фотографии животных, которые занесены, грубо говоря, в Красную книгу, которая под угрозой исчезновения. Различные животные, птички, рыбки. Вот, а вот эти вот тоже редкие животные считаются. Там дальше. Вот эти вот уже все, больше их нет. Аризонский ягуар. В 1905 году последнего истребили. Попугайчики в Каролине. Каролинский паракит. Попугай. В 1914 году. Вегас Вэлли. То есть долина Вегас, где Лас-Вегас. Леопардовая лягушка исчезла в 1966 году. Это ютовский... какая-то рыба, в общем, здесь в Юте тоже исчезла. В 1936 году, вот не видно, плохо видно фотографии. Вот это что у нас здесь? Подальше отойду. Курица. Какая-то курица. Здесь тоже местная, тоже исчезла. Тоже птичка в 900-х годах исчезла. Черепаха, еще одна птичка, плохо видно. Ну ладно. Это, в принципе, уже все, выход. Так, вот тут много детей. Сейчас я выйду. Сегодня они с песочком играют. Здесь у них песочек. Здесь можно поиграть. Ребятня просто. Уходим. Вот и все. Все прошли. Тут уже фойе у них. Детишки играют. Магазин с музейчиком, кафешка. В общем, наверное, сейчас мы уже на выход пойдем. В общем-то, он уже все и прошли. Кончился музей. Вот так вот. Ну, неплохой такой музей, в общем-то, неплохой. Вот так вот. Ну, это все. Пошли обратно.